мотор. Да. Зачем вы нас сегодня позвали, Михаил? Весь этот сетап. Сегодняшняя история для тех, кто очень хочет в рыбный ресторан. В целом люблю рыбу, а вот это мой любимый рецепт. Очень вкусный, по времени полчаса. Нужна духовка, рыба. Сейчас расскажу, что нужно делать. Надо рыбу выпотрошить. Выпотрошили ее прямо там в магазине. Я только ее помыл еще разок хорошенько. И вот сложил в такой вот алюминиевый поддон. Это специальный поддон для запекания. Потом выкинул просто и все, да? А природу вам не жалко, Михаил? Природу очень жалко. Но ничего не могу с собой поделать. Запихиваем в рыбу лимон. Берем базилик. Вот так вот. Оп. Запихает. И укроп туда же. Оп. Внутрь. Все, что нам дальше нужно сделать, это завернуть в фольгу этот поддон. Друзья, завернули в фольгу и убираем на 30 минут в духовку, в разогретую. 200. Что мы будем делать дальше? Вторую часть рецепта я украл у моего товарища Максима Шитова. Я в свое время подсмотрел его на съемках, когда Максим снимался для нашего кулинарного шоу. И решил сейчас для вас его повторить. Нужен грейпфрут и нужна киноа. Киноа для того, чтобы нормально приготовить, надо хорошенько промыть. Типа как пшенку. Вот она постояла. Просто если этого не сделать, она может немножечко тиной отдавать. Сливаю воду. Так, наливаем воды и ставим варить. Примерно две части воды, одна часть каши. И вторая часть салата – это грейпфрут. Нам нужно, как это называется правильно, филе грейпфрута нужно. Вот таким вот образом срезаем с него шкуру. Очень прикольная футболочка. Да, вот такой модный дизайн делает мой товарищ Боря Лившиц. Ну, непростой рецепт, вообще прям надо заморочиться. Ну, чуть-чуть, это времени много не отнимает, потому что ты же все равно ждешь, пока рыба готовится. Рыба готовится 30 минут, кино варится минут 10-15. Вот как раз у тебя возможность заморочиться с грейпфрутом, научиться правильно из него вырезать мякоть. Осталось чуть-чуть на самом деле. А с соком что ты будешь делать? А с соком потом будем киноа поливать. А не рыбку? Можно, кстати, рыбку. Отличная идея. Тут у нас плита что-то застряла. Сейчас, секундочку. Ждем рыбу. Давайте мы чуть-чуть овощей порежем. Прям зашхуешь, Миш. Максимальный. Выложим киноа. Себе чуть побольше положил. Кладем сюда филе грейпфрута. И сюда кладем. Так, и еще половиночку сверху. Кладем чуть-чуть огурчиков, немного помидорчиков. У нас осталось 3,5 минуты. Собаки, что вам поставить послушать? Юг, что ты любишь? Она Билли Джин любит. Джексона? Подожди. Хранятся все вообще барабанные партии российской эстрады. Каждый файлик — это вот отдельная группа. Я
тебя на каждую группу папочка, Миш? Да, у меня на каждую группу папочка. Он смотри, сколько. Давай какую-нибудь достанем, смотри, что это такое торчит здесь. Майк Борзов торчит. Видишь, верхом на звезде песня. Там она одна торчит. Ты все записываешь и хранишь, с кем ты играл? Да. А можно я вытащу какой-нибудь? Ну, давай. Так. Ой, давай какую-нибудь. Вот это что такое? Это Паша Пламенев. Последний концерт. Список песен. Ну и, соответственно, все шпаргалки. Ну, на все песни Паши. Ой, уже надо... Рыбка, да? Да, рыбка. Тихо, все. Он сейчас вытащит рыбу. Все. Рыбу вытаскиваем. Так. Да, отлично. Главное ее не пересушить. Опа. На соседнюю тарелочку. И вот это просто выкидываем. Очень удобно, не надо ничего отмывать. И еще надо не забыть нам полить салат наш с киноа и грейпфрутовым соком. Я бы на самом деле еще, ты хорошую мысль дала, можно чуть-чуть лимончик сюда выдавить и полить рыбу. Угу. Польем. Вот так вот. Оп. Все, ребята, можно кушать. Рыба, киноа с грейпфрутом. Немного овощей. Приятного аппетита!